Несмотря на то, что сегодня в ДВФУ стартовал весенний семестр, эти ребята не на учебе. Химики, физики, филологи и представители других специальностей выясняют отношения в спортзале. Традиционный мини-футбольный турнир собрал полсотни спортсменов-любителей. Некоторые из них в соревнованиях участвуют впервые, а некоторые уже становились его призерами. Турнир уже проходит третий раз, мы третий раз уже принимаем здесь участие. Состав, в принципе, всегда один и тот же, поэтому трудностей не было. Как только узнали, что будет проходить, сразу же заявились тем же составом. Турнир по мини-футболу проходит в рамках празднования Дня дипломатического работника. Три из девяти команд из-за рубежа. За победу в соревнованиях сражаются студенты из Кореи, Китая и Вьетнама. Последним перед играми напутствие дал генеральный консул этой страны во Владивостоке. Ну и традиционно с приветственным словом к участникам обратились те, кто и отмечает сегодня свой профессиональный праздник. Идет, с одной стороны, популяризация мини-футбола, а с другой, естественно, общение между студентами. Ну и с другой стороны, это в какой-то степени эмоциональная разрядка. Уж лучше, как говорится, конфликты решать на футбольном поле, определенный такой выплеск энергии будет происходить, нежели конфликтовать на более высоком уровне. Победители турнира получат кубок юного дипломата, а призеры – заслуженные медали, грамоты и подарки. Александр Шудловский, Константин Селезнев, «Панорама».